Я Любовь Ковалева, мама осужденного на смертную казнь Владислава Ковалева. Обращаюсь к вам, как к руководителю государства, гаранту Конституции, отцу троих детей с просьбой о помиловании моего единственного сына. Александр Григорьевич, я одна воспитывала сына и дочь. Никто и никогда не мог упрекнуть меня в том, что я недостойно воспитала своих детей. Мой сын рос на примере своего деда Ковалева Вячеслава Михайловича, который с 14 лет ушел в партизаны и прошел всю войну. Влад – обыкновенный парень, любящий сын, верный друг, исполнительный рабочий. Он не мог совершить то чудовищное преступление, за которое его осудили. Александр Григорьевич, вы, как никто, знаете, как трудно управлять страной и сохранять спокойствие большой семье. Но мудрый отец не только наказывает, но и проявляет милосердие, благодаря чему семья и дальше сидит за общим столом и почитает родителям. Александр Григорьевич, я вижу вас защитником христианской морали, согласно которой только Бог дает жизнь, и только Он ее может отнять. Не оценивая приговор суда в отношении моего сына, я прошу вас вспомнить, что в истории Беларуси бывали случаи, когда невиновных приговаривали к расстрелу, и только через несколько лет находили настоящего преступника. Пожалуйста, введите мораторий на смертную казнь в Республике Беларусь. Покажите, что наша страна – цивилизованное государство. Умоляю вас, спасите моего сына. Вы единственный, кто может это сделать.